Успешный бизнес – это не врожденный талант и не дело случая. Это набор навыков, гибкость мышления и постоянное обучение. В Одинцовской торгово-промышленной палате провели семинар для молодых предпринимателей, а также тех, кто только собирается открыть свое дело. Начался Новый год, да, мы, как обычно, начинаем объединять наших предпринимателей. Сегодня мы собираем молодых начинающих предпринимателей, расскажем им о новом законодательстве, о мерах поддержки, о налогах, что их ждет в этом году, ну и почему они выбрали этот путь, тоже нам очень интересно знать. Дарья Лахина открыла свой бизнес год назад, будучи в декрете. Сейчас занимается сбором сладких подарков, дальневосточных и сибирских деликатесов. Начинать свое дело оказалось непросто, но женщина нацелена двигаться только вперед. Очень хочется закончить, прекратить, потому что не получается, мало клиентов, мало заказов, но проделано много работы и, наверное, останавливаться уже не стоит, нужно двигаться дальше, а чтобы двигаться дальше, нужно проходить обучение и совершенствоваться. Основной акцент обучающего семинара был сделан на меры поддержки предпринимательства в 2023 году на территории Московской области, а также систему налогообложения. Правильно, четко определить, на какой системе налогообложения вы будете работать. Это прям вот очень рекомендую делать сразу, а не потом, когда вы уже начали деятельность, как-то зарегистрировались, потом вам пришли невероятно огромные счета, можно сказать, от налоговой, и вы думаете, что же делать, я что-то не так сделал. Подобные мероприятия Одинцовская торгово-промышленная палата проводит регулярно. Они направлены на помощь начинающим предпринимателям при создании и развитии своих проектов, а также в совершенствовании бизнес-навыков. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».